This is the future. Эй, йоу, привет, друзья! Рад вас видеть на моем развлекательном канале. А с вами, как всегда, Вирус. И это очередная серия по прохождению игры Sunken Land. В прошлой серии мы неплохо так продвинулись. Продолжили отстраивать нашу базу. Уже получается такая неприступная крепость. Ну, как сказать неприступная? Без моего присутствия она будет преступная. И, кстати, о неприступности. Скоро будут рейдить нашу базу. Отсчет времени уже идет. Через 1.5 минуты к нам приплывут гости. Принесут нам какие-нибудь редкие ресурсы. Ну, а мы, как всегда, пропишем им звездюлин. Пиздюлин, звездюлин, кому как угодно. Кому как приятнее. Как думаешь, откуда они приплывут? Я думаю, как всегда, отсюда. Пока к нам приплывают дикие аборигены. С огнестрелом пока людей не было еще замечено. Огнестрел у нас лежит вот в тех ящиках. Но я до них пока не добираюсь, потому что я не построил еще ящики, куда все это складывать. А ящики я не построил, потому что я не расстроил еще базу. А базу я не расстроил, потому что у нас катастрофически не хватает ресурсов. Поэтому нужно успевать в этой игре все делать быстро и вовремя. Рыбка пожарилась у нас, покушать есть. Больше у нас покушать ничего нету. В прошлой серии я собирался сплавать к торговке. Может быть, она нам подкинет что-то интересное. Вон она там находится. Лодочку мы уже сделали для этого. Где она? Вон она. Сейчас отобьем рейд и отправимся к торговке. Все, время истекло, давайте. Эй, аборигены! Хотя в прошлый раз они пришли, кажется, вот с этой стороны. Там я, кажется, зачистил все. Враг идет на вашу базу. Плывет! Где идет? Здесь где-то можно ходить, кроме острова? Где? Никого не вижу. Никто нигде не плывет. Там акула плавает. Где враг-то? Видишь врага? Я не вижу. Может быть, они откуда-то издалека плывут? Видно только акулы. Врага не наблюдаю. Ну сколько вас ждать? У меня дела. А, привет, друг. Промазал. Далеко. Трое, четверо, пятеро, да? Так, так, так. Стрелы надо беречь. Так, один отлетел. Ты куда на мою базу прешься, а? Вы чё, оборзели, что ли, совсем? Нормально, тыковка отлетает. Сейчас, 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 подожди, я прицелюсь по еблезинке тебе. Всё? Милости просим.
Буду рад. Вас 5 было, да? Хоть дерево приносят нам. Где еще? Кого я не собрал? Где? Не вижу. Один вот есть. Картошку нам принес. Как хорошо, мы картошку можем посадить теперь. Главное не съесть ее. Надо ее куда-нибудь подальше убрать. Дверь открой. А подальше, наверное, вот сюда. Все, поплыли к торговке. Нет, не поплыли. Надо попить. И поесть не мешало бы. Грибочки. Наживка для рыбы. Давай грибы, наверное, пожарим. А то сейчас пока доплывем туда и жрать захотим. Да, грибы пускай готовятся, а мы скушаем рыбку. Все. И двери обязательно закрывать надо. Если раньше я не парился по этому поводу, может быть, потому что у меня оборона стояла, они не близко не подходили к двери. А сейчас, смотри, каждый второй все норовит зайти ко мне на базу. А на базу их пускать не хочется. Ты же чужих людей домой не пускаешь, правильно? Вот и мне не хочется, чтобы эти засранцы ходили и командовали на моей базе. Вдруг они ресурсы попиздуют или еще что-нибудь сломают. Поэтому нам срочно нужны ресурсы. Достроить базу и оборону поставить. Обнаружено новое место, торговая застава. Ну что ж ты так медленно-то поворачиваешься? Ну, я понимаю, что это двухместная посудина. И что надо вдвоем ей управлять. Но все равно... Блять, я руками быстрее доплываю сюда. Все. Мадам? I get pretty seasick sometimes. Да, можешь помочь. Я тебе принес тоже вкусняшки. Уголь тоже отдам тебе. Вот это хочешь, отдам? А больше я тебе ничего не отдам. А ты мне что можешь дать? Чертеж, плитка пола европейская. Нет, не надо. Чертеж, обои синие. Тоже нам пока не надо. Нам нужно дерево и железо. Нормально. Все, дерево и железо забрали у нее. Что нам еще нужно? Усилитель функций легких. Нет, пока это я юзать не буду. Это мы тоже потом купим. Мрамор используется для декораций дома. Нет, нам это пока не надо. Укрепленные конструкции. Вот это бы я взял. Интересно, из чего он делается? Вырученные чертежи можно обменять и так. Это непонятно, из чего оно делается. Кожу заберем, еду заберем у тебя. Нет, это уже не хочет. А если мы вот это отдадим? Нет, это мы не отдадим. Один. Не хочет она нам это давать. А если мы монетки заберем? А кожу выложим? Нет, кожу тоже не хочет. Монетки нам пригодятся, потому что там есть еще одна торговка, которая продает все за монеты. Нет, монеты нам тоже не хочет давать. Тогда давай заберем все, что можем. Фронинга используется для быстрого устранения повреждений, вызванных радиацией. Зачем оно мне нужно? Так, что бы у тебя еще забрать? Синий обой. А ладно. Все. Нормально.
мне этого достаточно будет. Место есть еще? Давай залутаем, что у нее здесь интересного на базе есть. Ткань, металлолом, мусор. В мусоре еда. Опа-на. Это что? Отходы. Счетчик производства. Начать производство. В смысле? А что мы туда положили? Добавьте детали, оружие или чертежи. Начать производство. Какие-то отходы мы туда положили. И можем здесь производить оружие, видимо. Ну, оружие нам не приоритетно, потому что оружие у нас есть в сундуках на базе. Чего? Это ты мне? Подумаешь? Лежит у вас тут бесхозное хозяйство. Жалко вам, что ли? Ругается она там. Что по металлолому? Ну, такое себе. Да все. Я чуть-чуть проверю. Так. Мы забиты. Модель поезда. Вот это мы выкинем. Модель поезда заберем. Что мы еще можем выкинуть? Что нам не нужно? Резина, еда. Давай еду съедим. Вот это сейчас продадим. А вот это заберем. Броня 2, броня 3. А у нас броня 1. Берем вот так вот делаем. А это мы заберем и продадим. Тетя, я к вам. У меня есть на продажу. А что у меня есть на продажу? Подожди. Зажигалка же есть на продажу. Вот. Что за зажигалку ты можешь нам дать? Ой, так много? Хорошо, я согласен. А складывать есть у нас? А складывать у нас некуда. Это что, мрамор? Что можем выбросить? Давай тряпки выбросим. А мрамор заберем. Придется нам сюда плыть еще раз. Подожди, какой нам придется плыть? Нам не придется плыть. Я совсем забыл, что теперь у нас есть дополнительный отсек на лодке, куда мы можем все складывать. Все. И теперь мы можем... Да-да-да. Я тебя понял. Что у тебя есть много чего для выживания. Футболки мы продадим. Здесь ничего нету. Тут. Все мы у тебя заберем. Тебе оно все равно не нужно. Еще какая-то футболочка. А тут нефть, наверное. Нет, металлолом. Да, бензин и металлолом. Здесь мы смотрели. В этих ничего нету. В этом тоже. Какой остров хороший, а? И вон, тоже хороший остров. Я бы их занял. Здесь нет ничего. Что ты ко мне пристала? Сейчас я приду к тебе. Ты все равно только за серебро торгуешь. Что у тебя интересного? Синие обои. Синие обои, кстати, у той тетки есть. Односпальная кровать, французский диван, современный садовый фонарь. Вот это бы я взял и расставил по острову, чтобы было светло. Не знаю, конечно, как он освещает. Сколько тебе нужно денег? Список покупок. 50, да? Ни хрена себе, тетенька. Ты не обалдела? 50 монет.
Где тебе столько возьму? Sometime. Я понял тебя. Мне монетки нужны. Если я тебе паровозик дам, не хочешь, да? Чтоб тебе дать такое. А если я тебе вот это дам, тоже не хочешь. Ну знаешь, тогда я приплыву к тебе в следующий раз за монетками. А пока у вас здесь взять больше нечего. Я поплыл. Спасибо вашему дому, а мы пойдем к другому. Ну ничего, неплохо, мы отоварились у них. Немножко дерева добыли, железо. Может быть, я наконец дострою базу? Сколько еще много островов, которые можно посетить? Смотри, сколько там деревьев. Может быть, действительно базу из дерева строить? Потому что железо все равно добывается сложнее. Опять гром и молния. Так, тормози здесь. Тебя очень долго разворачивать. Подожди. Нет, нет. Что ты делаешь? Просто залезь в сундук. Давайте заберем все, что можем. Конечно, из дерева попроще базу строить, но согласись, из железа она намного крепче будет выглядеть. Так, что мы принесли? Футболки нахрен ненужные. Паровозик. Бензин у нас здесь. Это тоже пока сюда. И это сюда. Это сюда. Это все сюда. Тряпки сюда. Все забито у нас. Дерево, металла мало. Как всегда. Металла у нас мало. Разгуляться не получится. Тогда ставим сейчас основу из металла, а уже потом все из дерева. Нет, не это. Вот так. Все, больше нам не хватило. И здесь еще надо поставить. Придется за металлом плавать все-таки. Грибочки покушать. Так. Фонарик мне нафиг не нужен. А где у нас еще фонари были? Здесь были, да? Все. Еда есть у нас. Червяки, кстати. Кстати. Рыбка. Взять рыбку, добавить приманку. Рыбку поймали. Как хорошо. Жарим рыбку. Доски, конечно, у нас нету. Заполняем досками. И здесь все доски закончились. Все. В смысле, где доски? Какой-то баг, смотри, не отображаются доски. Огонь горит, а досок нету. Так, дождик и закат. С дождиком хрен с ним. А вот железо нам надо. И что с железом делать? Там есть дерево и железо немножко.
Давай сплаваем этих соседей выселять. Кажется, мы у них не были еще. Мы были... Вот на том были, еще на каком-то маленьком были. Родной, куда ты собрался меня копьем тыкать? Я тебе потыкаю. Мансит он как, а? Все или еще? Ну, что-то ресурсов у вас не густо. Опа-на, водичка. Интересно, это ведро можно использовать? А-а-а, я вовремя как зашел-то к вам заглянул. Ням-ням, вы тут для меня приготовили кабанчика. Спасибо. А вот здесь металлолома много. Вот, а хорошо, мы сюда заглянули. И дерево, конечно, дерево. Потому что дерево нам пригодится для постройки другого этажа, который я уже не буду строить из металла. Куда-то упало. Сейчас под корень все у них тут вырубим. Елочки вроде маленькие, а палок очень много с них. Падают-то они палками, а в рюкзаке уже превращаются в доски. Металлоломчик. Это хорошо. К слову, если ты думаешь, что игра зациклена только на этом, то ты глубоко ошибаешься. Тут еще столько технологий и столько возможностей, что ты просто даже еще этого не представляешь. И садоводством можно заниматься, и охотой. Оружие тут вообще столько видов. Я не знаю, может быть, в Call of Duty есть такое же количество. Но по сравнению с Call of Duty... Эта игра вроде простенькая, кажется. Но это только кажется. Так, это ничего у нас не рубится. Все? У вас больше ничего нету, да? Жалька. Все. Еще одних соседей выселили. Что имеем? Ну, не так много металла имеем, поэтому имеет смысл поплавать под водой, если, конечно, мы в темноте что-то найдем. Металла много надо. А смотри, баллон у нас действует. То есть баллон нам дает дополнительные... Нет, смотри, его заправлять надо будет. Как я и думал. А заправлять нам пока его нечем. И смысл тогда от этого баллона... Все, видишь, баллон закончился у нас. Оставайтесь возле огня. Нет у нас огня пока. Вот поспать надо. Потому что ночью неудобно передвигаться. И теперь срочно надо поесть. Хорошо, рыбка у нас имеется.
Всего-то рыбка столько пополнила еды. Но мы еще кабанчика взяли. Поэтому мы делаем вот так вот. Это выкладываем, это выкладываем. Это тоже сюда, в воду сюда. Грибы сюда. Уголь сюда. Это тоже все надо разбирать, сортировать. Инвентарь полон. Все, я вас понял. Теперь надо достроить. Вот так вот. Вот так вот. И здесь поставить дверь. Не деревянную. Что ж ты делаешь-то, а? Железную. У нас весь первый этаж будет железный. Или второй. Все, теперь мы можем ставить ящики. Но нам не хватает еще фундамента. Сколько у нас железа? Железа нам не хватит. Поэтому ставим сундуки. Штук 6 нам надо сейчас их поставить. Потому что у нас сейчас будет оружие. Уже пора, я думаю, обзаводиться оружием. Если мы здесь поставим, ничего не помешает. Ну давай поровней, вот как-нибудь вот так. Так, 3 есть. Где бы еще? А давай вот здесь вот так вот поставим. Тут мы все равно же не ходим, правильно? Поровнее можно как-то тебя, блядь, поставить. Так. И вот так. И можно даже еще один вот так поставить. Почему-то он не хочет, он проваливается куда-то. Или будет мешать здесь ходить. Давай сделаем вот так вот. Все. И теперь можем пойти собирать оружие. Это все выкладываем. Вкладываем, освобождаем. Пошли собирать пасхалочки от разработчиков. Ах, прицельчик X2. Длинный магазин для автоматической винтовки. Боевые наколенники. А что они дают? Куда их одевать? Не сюда. Сюда? Кони брони не дают нисколько. Патроны. Это хорошо. И бинты. Отлично. Что приготовили нам тут? Ох ты, мать моя женщина! Бронежилет полицейский. 180 брони. Тактический шлем 30 брони. Этот 80. Этот 180 полицейский. Конечно, мы его оденем. Это что, футболка? Двухслойная броня одна. А у нас броня 3, поэтому мы ее одевать не будем. Лесной боевой жилет 80 дает, у нас 180. Значит, что не будем одевать, что хуже, чем на нас, мы отберем в стороночку и уберем все это. 180, вот еще полицейский жилет. Ой, как шикарно-то, а? Ты посмотри на эту ляпатута и сколько оружия.
Все. Так, а куда ты выпал? Вот, выпал. Быстренько выкладываем. А то я всегда боюсь, вдруг оно исчезнет. Выкладываем, потом разберем все это. А почему ты не выкладываешься? Потом патрончики к патрончикам разберем. Шортики к шортикам. Сейчас главное нам все залутать. Все поместится? Поместится. Отлично. Вообще патроны их хранить бы вот здесь. Давай будем патроны здесь хранить. А оружие вот здесь. Вот это тоже к патронам пойдет. Это к патронам. А оружие все сюда. Потом отсортируем. А для оружия даже не хватает места. Посмотри. Вот это отсюда уберем. Сколько оружия? Давай вот это, наверное, тоже все-таки отсюда уберем. И бронежилет. Здесь чисто будет оружие. Так, все, из оружия у нас больше не... А, вот есть винтовочка. Магазинчики. Ну, магазинчики к патронам, наверное, уберем. Так, пока это тоже все сюда скинем. Это все сюда. Сюда. Трусники сюда положим. Вот это то, что мы будем использовать. Расходники некоторые. Пойдем дальше. Пить хочу, пить, пить. Забыл. Забыл про пить. Дерева достаточно? Достаточно пока. С одной стороны, прикольно. Смотри, сколько нам всего надавали. Блять, это же рай. Тактический бронежилет. Бронежилет, сапоги, ботинки с бандажами. Конечно, мы их оденем. А это что, брюки свободного кроя? Две брони, а это ни хрена брони не дает. Тогда мы одеваемся вот так. Что мы еще здесь? Жилет спецназа. Ну-ка. Ох ты, вот это мне больше нравится. С одной стороны, это очень круто. Смотри, как нас взгрели. Но с другой стороны, на начале игры нас завалили оружием, всем нас завалили. И пропадает смысл крафта оружия. Да, одного ящика для оружия нам не хватит. А ты сколько дашь? 30, да? А это 180, понятно. Придется оружие, наверное, складывается сюда тоже. А патроны куда-то в другое место перекинуть. Так, где оружие у нас? Давай, это... Нет, это не сюда. Оружие вот у нас. Здесь прицелы тоже пока заберем. Давай сюда пока выложим. Дальше видно будет. Почему вот этот вот не перекладывается, интересно? Лишнее можно будет потом продать. Так, расходник уберем отсюда. Да, сюда тоже некуда класть.
Про что я и говорил. Что нам понадобится много ящиков. Что мы тут еще не дособирали. Все забираем. И здесь. Очень много ресурсов дают. Тут забито. Тут забито. Тут не забито. Оружие, бронежилет. Это, я думаю, сделаю все вне стрима, разберу, потому что это очень много времени нужно, чтобы разобрать все так, как будет удобно для тебя. Еда, травяное лекарство. Давай еду сюда уберем. Пить. А, нет, жрать мы хотим. Ну, пожрать у нас еще один кусочек мяса есть. И сохраним. И еще у нас остался один ящик. Ой, мать моя женщина! Мужик мой отец! Блин, ты смотри, сколько нам всего дали! Да... Я даже не знаю, у меня глаза разбежались. Не знаю, что заюзать. Эй! А куда? А, вот он. Все отлично. А то там патроны нужные нам. Ну куда, куда, куда складывать? Давай сюда. Все это надо отдельно разбирать. Потому что некоторые есть, повторяются, и их можно будет продать. Конечно, оружие здесь ломается, но и здесь также будет верстак для ремонта этого оружия. Поэтому в одном экземпляре оружия будет достаточно. Забито. Здесь забито. Значит, тут у нас патроны. Где будем патроны хранить? Важные ресурсы для постройки можно как раз хранить вот там внизу. Здесь патроны, потому что если вдруг напали на нас, мы можем быстренько патроны взять и отстреливаться. Правильно? Правильно. Поэтому патроны мы перекладываем сюда. Ресурсы все забираем. И перекладываем все ящики. Хотя до тех ящиков будет далеко бегать. Я вообще не планировал там никакие ящики ставить. Поэтому, наверное, все-таки уклон я сделаю. Ящиков здесь больше расставлю. Ну, с этим мы разберемся потом. Все. А здесь у нас только патроны. Где у нас еще патроны были? Здесь оружие. Вот это к патронам пойдет. Больше тут к патронам ничего. Вот тут патрончики, магазинчики. Прицелы, наверное, можно тоже к патронам убрать. Все, да? Думаю, правильно. Так. Сортировочка здесь — это отдельная тоже история. Где-то у нас для арбалета еще были. Где болты? Вот болты. Тоже к патронам идите. Потому что потом я сделаю арбалет еще. Все. Отлично. Приблизительно мы все собрали. Теперь остается разбираться с оружием. Какое оружие больше нам симпатизировать будет. Desert Eagle, я так понимаю, это 45-й. Это такой же. Это GP-20-й.
Это какая-то скорострельная винтовка. Это стан СМГ. Железный приемник Маузер. Вау. И надо будет разбираться еще, какие патроны к какому оружию подходят. Вот они, видишь, все похожие. Охотничья винтовка. 3 штуки. Зачем нам она? Их можно будет продать. Помповый дробовик. Тоже 2 штуки. Пистолет с ударной системой. Но, как я и сказал... Подожди, а это приемник из сплава. Это оружие или это заготовка для оружия? Для этого понадобится отдельный ролик. Целый ролик, чтобы разобрать все это и разобраться с этим оружием. Поэтому я это оставлю. А сейчас давай посмотрим, что мы с тобой можем еще сделать по постройке базы. Железа у нас нету ни хрена. В принципе, оно нам теперь больше и не нужно. Мы будем теперь продолжать строиться только из дерева. И вот эти перекладины нам понадобятся, чтобы поставить крышу. Так мы их везде расставим. Пусть будут. База крепче будет. Все, здесь нам не надо. Здесь мы будем отрабатывать по ним вниз. Здесь у нас балкончик такой будет. Кстати, там стенкой надо заложить все, то вдруг эти засранцы могут к нам прийти. А здесь я железные решил оставить, потому что когда мы будем здесь отрабатывать по ним, они будут отрабатывать по нам. Я не хочу, чтобы они нам разобрали какую-нибудь стену. Все. Еды у нас нету. Сейчас придется поработать по еде. И по воде. Древесина быстро заканчивается. Хорошо заполняется. Раньше я это ставил на базе и приходилось бегать с ведром туда-сюда, туда-сюда. А теперь у нас все рядышком. Но проблема в том, что эти аборигены ломают это. В прошлый раз пришел абориген и начал тут ломать это все. Поэтому он нам может разрушить эту постройку. И для этого нам придется здесь строить оборону. Для обороны. Что мы имеем? Где имеем вообще? Вспомнить. Или это надо изобретать? Холодильник, кстати, можем уже поставить. Не знаю, конечно, как он будет работать без электричества. Так. Металлолом. И компоненты. Сколько у нас металлолома есть? Зря вот тут ящики стоят. Когда нажимаешь открыть дверь, открывается ящик. Металлолома мало у нас. Ага, на нас скоро нападут. Поэтому давай, наверное, уже попробуем поставить защиту. Блять, компоненты. Где компоненты? 5 минут у нас есть, мы успеем. Нападают они с той стороны, поэтому мы будем делать вот как-то вот так. Нормально, да? Здесь они тоже залазят к нам, поэтому нам придется это поставить здесь. Вот так. И все, и у нас больше нету металла. Ну, так я себе скажу, защита. А теперь давай проверим, что у нас по оружию. Я хочу по огнестрелу поработать с ними. Винтовка, винтовка. Я хочу поработать с этим пистолетом. Потом охотничья винтовка.
и помповый дробовик. СВДшка пока не нужна нам. Еду выложим. Вот это выложим. Это переложим сюда. Это сюда. И теперь по патронам. Где патроны? Куда я патроны дел? Сюда. Десерт Иглс. С какими патронами у нас работает? Вот с этими, наверное, да? Да. Отлично. Так. Этот у нас. Этот у нас. Этот у нас. Скорее всего, работает, наверное, патроны для винтовки. Да. Понятно. Ну и, конечно, помповый дробовик работает с патронами для дробовика. Логично. Ну все. Кто там желающий был? И еще не стоит пренебрегать вот этими вещами. Это очень интересная вещь. Вот это мы выложим сюда. Иногда не приходится стрелять по ним. Достаточно одной гранаты, чтобы трое-четверо аборигенов разлетелись в разные стороны. Факел, факел мне не нужен. Пока это вот так все оставим. Ресурсы выложим. Оп, не туда. Вот это выложим. И вот все патроны, по которым мы отрабатываем. Вот это, в принципе, я бы тоже выложил. Пока куда, я не знаю. Молоток нам тоже не всегда нужен. Ремонтировать мы не так часто будем. Лучше мы сюда поставим еду. И бинты вот здесь пускай будут. Ну все. Ждем гостей. Попить, поесть. Нормально попили. Досок у нас нету. Как всегда. Надо ящик там поставить. И складывать доски там. По еде. Поедим как раз вот то, что у нас имеется. Сохраним игру. Ну и на этом этапе мы эту серию завершим. Тебе огромное спасибо, что заглянул на мое видео. Не забудь поставить лайк. Ну а продолжение ты увидишь уже в следующей серии. Будем отбивать рейд. Я не знаю, насколько жирные и мощные придут к нам аборигены. Может быть, уже с огнестрелом. Так как мы приобрели уже огнестрел, вполне логично ожидать врага с огнестрелом тоже. Но, как я сказал, мы это увидим уже в следующей серии. А тебе огромное спасибо, что заглянул ко мне на видео. Подписывайся на все соцсети. Ссылки есть в описании под видео. Ну а я, как всегда, обнял, поднял, поцеловал. Всем удачи. Всем пока. Retribution!